С самого утра более 40 крепких ребят с сумками и гладко выбритой головой собрались у сочинского военкомата. Последний поток призывников отправляется отдавать долг родине. Настроение у ребят боевое. На самом деле я очень сильно хотел пойти в армию, потому что каждый мужчина должен отдать долг родине, отслужив. Да, пускай год, но все равно должен отслужить. И для меня это тоже, это честь служить такой великой родине. По традиции на построение ребят напутствовали казаки, ветераны, священнослужители и военком города. Уже сегодня призывники окажутся в Краснодаре, там их распределят по военным частям. Большая часть сочинцев попадает в военно-воздушные силы и сухопутные войска. По словам сотрудников военкомата, в последние годы отношение к службе в армии меняется в положительную сторону. Идет какое-то изменение отношений в семье. Наверное, больше стали уделять внимание в школах, в отделах образования, культуры. Ну, естественно, мы тоже на своем пути как-то стояли, так и стоим. Я скажу даже больше того. Вот на сегодняшний день у меня в работе, будем так говорить, по набору на контрактную службу, находится 26 человек. Весенний призыв можно считать законченным. Сочи норму выполнил и даже остался запас. Многие ребята, хоть и желали служить, попасть в армию не смогли. Их отправят на обучение. В осенний призыв, теперь уже со специальностью водителя, они смогут отдать долг родине. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.